В руках пятилитровки, наполненные лишь батарейками. Девушки собирали их у родственников, друзей, знакомых. Более 3000 емкостей с ядовитыми веществами. Выбрасывать в урну их не стали. Решили утилизировать по правилам. Целую неделю собирали батарейки для правильной утилизации. Подобным поступком Анна Мустафина спасла 6 тысяч квадратных метров почвы от загрязнения. Ведь иначе они могли попасть на обычные полигоны, уверена девушка. По словам экспертов, при сжигании батарейки выделяют в атмосферу диоксины. В почве или в воде подвергаются коррозии. В результате природа насыщается вредной ртутью, свинцом, цинком и другими тяжелыми металлами. Говорит, привет, как дела? А вот я тут батарейки собираю. Вот есть такая акция, и, собственно, все хорошо, все спокойно реагируют, даже подключаются. Спрашивают, что, как, потом, зачем, для чего. Очень многие говорили, что типа, а вот в Европе так давно, наконец-то в России это появилось. Всего в Казани установили 30 контейнеров по сбору использованных батареек. Их можно найти в 12 торговых центрах, также в университетах и министерствах Татарстана. Первая точка появилась у казанских экологов. Приходят частные лица, которые просто останавливаются около здания министерства. И из машины там 5, может быть, 6 батареек. Иногда, вот как вы сегодня видели, приносят вот такими 5-литровыми баллонами. Иногда привозят из садика, это может быть целый багажник, это штук 10 баллонов. Поэтому нельзя сказать, что здесь как-то это... Всегда бывает по-разному, но это бывает практически каждый день. До конца этого года планируется утилизировать 5 тонн батареек. Их транспортируют из Казани на Челябинский завод. 15 ноября экологи объявили день открытых дверей для всех желающих избавиться от использованных батареек. Всем сдающим они пообещали приятные сюрпризы. Александра Волкова, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».